Доброго времени суток, дорогие мои друзья! Вы на канале «Счастье с Натальей». Зовут меня Наталья. Сегодня 24 февраля 2022 год. И я хочу продолжить сегодня рубрику «Коллекция». Сегодня у меня остались значки. Я вам сегодня хочу показать значки мужа. Я хочу показать даже полностью значки, как они у нас были в первоначальном, как говорится, виде. Ничего, как они у нас висели на ковре. Может, вы помните, когда была мода такая, и вешали, вот они как у нас есть в таком виде, вот на этой тряпочке, вот на этом полотне, так я вам сейчас их и хочу показать. Поэтому, если может быть, конечно, надо бы ими заняться, надо бы их... Тут у него очень много городов, очень много спортивных значков, вроде как рассортировать, подготовить нужно было. Но как они есть, я так хочу вам их и в таком виде и показать. Хотела в первую очередь показать коллекцию «Золотое кольцо» города. Он очень этими значками своими дорожил и очень, и говорит, когда понес в школу, когда еще он учился в 7 или в 6 классе, говорил, и понес, у него они были не вот так не на полотне, а они у него в коробочке были. Вот, и говорит это, и кто-то там стукнул по руке, рассыпались, и говорит, я вот так что успел, то собрал. У него очень была большая коллекция, вот «Золотое кольцо». Городов тоже у него целая серия. И серия спортивная. Ну, тут, правда, вот только 3 у него. И вот такие вот. Хочу сказать, ГТО, что это вот его вот армейский, гвардейский знак. Это вот его все. И еще хотела сказать вот про вот эти стеклянные значки. Может, вы помните, в 80-х годах стали выпускаться вот такие вот стеклянные. Он все время любил... Покажу молча вам. Друзья, ну самое ценное для мужа, конечно, это идет награды за Чернобыль. Вот у него даже документы получается. Документы это именные, это именно его. И я хочу сказать, что они у него висят вот так на костюме, потому что он очень ими дорожит, этими наградами, такие медали. Вот этот он получил сразу, как в этом году. Я вот сейчас посмотрю по книжечке. Вот такие вот. Они у него на костюме. И если он даже куда выходит. Друзья, если вам понравилась эта рубрика, присоединяйтесь. Я хотела бы услышать отзывы. И хотела узнать, может быть, действительно кто-то еще также дорожит, также собирает. Вообще много было в то время, в наше советское время. Поэтому, если вам понравилось видео, советоваться, какую рубрику вы хотели бы от меня узнать лучше, что мне лучше показать вам, либо город, либо ходить обзор города показывать,
либо какие-либо коллекции. Потому что у меня еще очень много впереди коллекций. Вот я не знаю, показать вам еще. Пусть будет та же посуда от родителей. Может быть, еще что-либо. Поэтому хотела узнать отзывы, что вам показывать. А пока до свидания. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.